1 ноября в зале Центра культуры и молодежной политики Десногорска прошел праздничный вечер под названием «Единство народа. Великая сила», посвященный Дню народного единства. На концерте присутствовали представители разных народов – русские, белорусы, татары, грузины, башкиры и многие другие. Зрителям выпала интересная возможность прикоснуться к культуре разных национальностей. На концерте, помимо выступлений творческих коллективов города, прошло и торжественное награждение. Были вручены благодарственные письма от директора Смоленской атомной электростанции Павла Лубенского и главы города Андрея Шубина. Из рук директора Центра культуры и молодежной политики Ирины Жуковой знаки внимания получили те, кто занимает активную гражданскую позицию и участвует в жизни города. Таким образом, День народного единства – это не только символ единения народа, но еще и прекрасный повод собраться дружной и веселой компанией близких по духу людей. Ксения Бьюшкова, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.